Здравствуйте. 8 июля, 22 лунный день. Созди Будды, стихии воды. Особенный день для благородных людей. Практики созерцания, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров, продажи, принятие важных решений, размышления, медитации, обращаться к учителям, Буддам, начало обучения, приручение диких животных, установление фундамента, работа с землей, лесом, проведение лечения, такие как прижигание, пропускание, изучение тонкой и точной науки, стрижка волос к достатку. Ребенок, родившийся в этот день, будет благоречивым, достатком, где бы ни был, будет счастлив, отличаться резким и жестким характером. День неблагоприятен для выезда, благоприятен для людей, родившихся в год, коровы и змеи, неблагоприятен годам, лошади, мыши и зайца. И Вилгинском Сукчудоне, Холосаун Бун. Будьте благородными.